Как только Дума начинает осознавать его роль и значение в истории России разрушительную, так он снова начинает пользоваться тем же приемом и угрозами. Меня поразило другое, что это происходит накануне поездки в Страсбург. Ельцин совершенно на незаконных основаниях, так сказать, поднял войска и расстрелял Белый дом. Вот что я могу сказать. И сейчас мы пожинаем этому плоды. Это разрушена вся промышленность, разрушено образование, наука. I'm engineer, I'm civil engineer. So I just want to have a good job. Just to be a civil engineer, not a criminal killer or something like that, and just have a salary which my parents had when communists had the power.